Чисто? Ну что, друзья, у нас теперь здесь чисто, уютно, светло. И это значит, что наш клуб «Хорошие шутки» может начать свою работу. А мы его хозяева. Это Михаил Шац. А это Татьяна Лазарева. Смотрите, не перепутайте. Ну а в клубе «Хорошие шутки» должны собираться, конечно, самые веселые люди планеты. Юмористы. Но для того, чтобы юморист попал на сцену или в стены этого клуба, он должен соблюдать несколько золотых правил юмориста. Первое золотое правило юмориста гласит: у юмориста должно быть горячее сердце, холодная голова, а сам он должен быть чуть-чуть тепленьким. Ну и зритель тоже, видимо. Второе правило юмориста гласит, что ничего не надо придумывать. Все уже придумано. Возьмите подшивку крокодила за 1965 год, там все есть. И, наконец, третье и самое любимое правило юмористов гласит, что? Что гонорар за выступление в клубе «Хорошие шутки» надо требовать заранее, до выступления. Да. На всякий случай. Но незнание этих законов не освобождает от ответственности перед зрителем. Потому что у зрителя свой закон. Смешно смеюсь, не смешно плююсь. Правильно? Ну вот, все разобрались со всем. По-моему, все. Тем более, что к нам уже начинают идти, прям бежать гости в наш клуб. Они прям, как вот это правильно сказать по-русски? Прям валом валят. Нет? Прям толпой бегут. Ну как правильно, Миша? Хором! Точно. Встречайте. Хор турецкого! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы сейчас споем историческое произведение 22-го года рождения. Немного классики. Пойте вместе с нами. Мы дети тех, кто наступал на белые отряды, кто паровозы оставлял, идя на баррикады. Наш паровоз вперед летит. Пойдем врагов бить дружно. Сен-сорокун, наш паровоз. Едет наш старый, наш славный, наш агитцин паровоз. Наш паровоз бьет нам, везет с собой вагоны. Набитые людьми, словно сеновоз.
вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, он останется. На дальней станции сойду. Может, мы обидели кого-то зря. Врагу пошел. Так закроет этот мир. Мы свой стоял. Но приключением спешим, друзья. Горя единой местью. Эй, ты дымится пароход. Кислота раздула мне неожиданный нетерпение. Эй, православный веселится на дорог. Не быстрее шить, тем более поезд чисто в чистом поле. Эй, технологии эпидемица пароход. Но паровоз, кислота раздула мне неожиданный нетерпение. Веселится и ликует без дорог. Паровоз. Стой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Вместе с нами. Наш паровоз вперед летит. Ребята, вы знаете,
С вами не хочется расставаться. Михаил, а вы к нам стойте, подойдите, пожалуйста. Дайте на минуту. Чаю нальете? Найдем. Кофе хотите, кофе? Бордовый вряд ли. А кофе у нас тоже турецкий, между прочим. Да. Мы готовились. Кстати, вот возник вопрос, глядя на ваше лицо и на прекрасные лица ваших солистов. А что в вашем хоре турецкого? Это как заголовок статьи. Турецкий – это фамилия. Это хор турецкого, потому что я Михаил Турецкий. Ничего турецкого, кроме моей фамилии, здесь нет. Здесь много есть еврейского. Угу. Это кстати, видно? Да. Но мы это вырежем. Пожалуйста. Только это остальное оставим. Про вас говорят, что вы поете все, что шевелится. Это правда? И не только. Тогда такое импровизационное предложение. Ну а скажем, телефонную книгу вы могли бы спеть? Классический вопрос. А? Мы готовились. Ну, мы готовились, конечно. Вот. Сейчас подберем вам тему какую-то. Здесь по темам. Вот, мне кажется, тема, которая должна быть вам очень близка. Медицина. Почему? Диагностика, консультация и лечение. Давайте. Это такое... хорошая тема, давайте. Нормально? Ребят, вот предлагаю вам спеть такое объявление. Французские стоматологи в Москве. Здесь огромное объявление, они предлагают ряд услуг, телефоны. Адрес даже, по-моему, есть. Номер лицензии, если хотите, тоже можете спеть. Группа написана. Сейчас мы должны давайте, посоветоваться секунду. Ребят, честное слово. Давай. Все есть. Так. О, боже. Что о, вы делаете? Одного они выключили. Так, новое произведение хора турецкого. 506-я страница из желтых страниц. Страница 506-я. Медицина, вакцина, профилактика. Желтые страницы МТК. European Medical Center. Французские стоматологи. Стоматологи еще раз. Французские стоматологи в Москве. Все виды лечебной и косметической стоматологии. Имплантанты и протезы. Ортодонтия, выравнивание зубов. Парадонтология, лечение десен и костной ткани. Гарантируется безболезненное лечение. Лазерная терапия. Европейский медицинский центр. Телефон 250-13-02, 956-7999. Да. Вы ноты заберете или оставите? Ну что, ребята, ну? А слов в принципе больше нет. Хор турецкого! Спасибо. Спасибо. Знаешь, что, Миша, я тебе хочу сказать? Что вот эта вот фирма... Сейчас. Где она? Она очень много денег, по-моему, нам должна быть. Французские стоматологи в Москве? Конечно, они даже телефон назвали. Представляешь, как попрут люди прямо. Ага. Начнут звонить им. Правда, они подумают, наверное, что это секта какая-нибудь. Секта турецкого. Церковный хор турецкого. Церковно-стоматологический. Ну что ж, сейчас на эту сцену выйдет артист, одно имя которого вызовет гром аплодисментов
и бурную овацию в зале. Ты уверен, что одно имя прям? Давай проверим. На нашей сцене Слава! Вызвала? Смотри, он уже сам на звуки идет. Он когда хлопает, он всегда выходит. Нет, ну может быть для того, чтобы громкость была больше, добавить чего-нибудь, какой-то информации. Отчество там, прописки, рабочий телефон. Да, ты думаешь, нет, мне кажется, проще добавить громкости. Потому что, когда мы добавим фамилию, это произойдет само собой. Пожалуйста. Я? Ты. Спасибо. Святослав Ещенко! Я прямо на ваших глазах, вот из существа, похожего на мужчину, превращаюсь вот... Сколько времени сейчас, а? Она, наверное, спит, клюшка старая-то. Подруга моя, антиквариат в тапочках. Сейчас мы ее разбудим. А то распалась, а плесень в халате. Но пока дочапать батарейка сядет. Ну, как у ней все запущено-то, а? Хай, Коляновна! Энт я, Вовановна! Просыпайся, клюшара! 21 век! Йо, камон, камон, йо! Я говорю, не ОМОН, а камон. Ты знаешь, кто у тебя сейчас на проводе висит? Да никто не повесился, типун тебе на язык, что ты? Я говорю, знаешь, с кем сейчас разговариваешь? Со звездой срады! Со звездой срады! Ну я на сраде пою срадные песни! Я на хвабрике звезд победила! Да, у меня теперь сценический псевдоним «Милашка-зомби». Все пою, Коляновна, рок, попсу. Че ты говоришь, по какому псу? О, как все запущено, а? Я знаю, ты романсы уважаешь. Вот есть в моем репертуаре. Послухай, вот. Мы играли в классики во дворе с девчонками, юбки задирали перед глупыми мальчонками, а воспитатель хмурится от взгляда, ведь льдом, ведь это вам не ясельки, а престарелых дом. Что тебе не нравится? Знаешь, кто мне подыгрывает в этой песне? Сама группа «Белый козел». Да, слухай, Коляновна, хочешь, я тебя возьму к себе в подтанцовку? А что, у тебя, когда в пояснице стреляют, ты такие движения закладываешь? Брекер бледнеет. Подведу тебя к своему продюсеру, раскрутить не остановишь, только застрелить. Но, Коляновна, для раскрутки нужен сексапыльный имидж. Имидж – это навороты свежажистов. Чтобы я свежее выглядел, мне свежажист морщины распрямляют. Как? Волосы на затылке со всей дури стягивают в пучок. Ой, ну раз так затянуть, уши на затылке сходятся. Зато я всегда улыбаюсь, а. Брови мне вышипывают, слухай, они прут, как бамбук. Вечером выдергают, наутро уже Брежнев. Ой. Ну, перед каждым концертом на ногах мне делают дебиляцию. Ну, дебиляцию на ногах. Волосы удаляют. Как, зачем? Ну, вам-то приматам не понять. Я же для людей пою на сцене. В гольфиках, в юбочке коротенькой. Маечка тоже у меня, обдергаечка, маечка, чтоб пупок был видать. В нем же пирсинг сидит. Пирсинг у меня в пупку сидит, понимаешь? Ну, хренотень такая, специально в пузо ее втыкают, в пузо. Зачем заладил, зачем? Проколи себе, покажи своему деду, узнаешь, зачем он. Что значит, я пою плохо? Да я тут на сольном концерте у Киеве 5 часов на би спела. А как бы я ушла, у меня каблук между досок застрял. Скакать приходится покруче всякой кобылы.
А я ж теперь девиц пышных где-то... Ведра два силикону на это ушло. Да? Вот я сейчас записываю новый рэповый альбом. Вот это вот молодняк в отпаде. Хочешь послухать? Рэп, танец такой. Послухаешь, да? Пошли ударные. Тац, 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 тац. В клубе топовом тусняк. В голове у нас сквозняк. Наша шобл летит туда. Девять бабок, три дяда. Тац, 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 тац. Пушу я пензию на дозу. Пускай составить протокол. Проблемы сразу сгинуть с возу. Вкали мне в вену корвалол. Йо, камон, камон. Йо, камон, камон. Давай, диджей, расплавь мозги. Огонь любви во мне зажги. Ласкай меня ладошкой 3 и сразу позвони 03. Ну как, Коляновна? А? Ты чё там, Коляновна? А, Коляновна? Ты чё там, а? Храпишь, что ли? О, как всё запущено, а? Ну ничего, Коляновна, я скоро дуэтом с Децулом спою. Вот тогда ты мне позавидуешь, клюшка старая! Святослав Ещенко! Слава, посидите с нами чуть-чуть. Святослав, скажите, вот у меня такой вопрос прям возник вот сразу же. Вот скажите, вот что вот в последнее время просто меня действительно волнует. Ну что, мужиков, что ли, совсем уже не осталось? Почему все время мужчины показывают или женщин, или пожилых людей? А не детей. Действительно. Ну, детей, наверное, сложнее показать. Хотя у меня есть также номер, где я показываю ребенка. Между прочим, моя вот эта женщина, она первая женщина на эстраде была, так же, как и первый новый русский на эстраде был в моем исполнении. А мы верим, кстати. А уж потом мода пошла, после меня. Вы выпьете, потому что я, например, решил потребовать с вас ну какую-то сумму, компенсацию, потому что вы использовали в своем монологе фразу «как все запущено» 6 раз. Я считал. А эта фраза была нами в свое время придумана. Так что давайте поборемся как-то. Давай мы лучше... Не, ну я готов поговорить. А чего? Какие проблемы? Какие проблемы, кстати, моя фраза. Да? Да вы что? Серьезно. Алло, какие проблемы? Первый новый русский на эстраде. Да. Алло, тоже вы придумали? Машину угнали, найдем, мы ж не ГАИ. Ладно, я пошел, действительно, другие исполнители. Святослав Ещенко! Спасибо! Кто там у нас дальше? Тань, что? Большой академический квартет И. И что? И еще 50 человек. Квартет И. Что? Нет, написано только квартет И, а дальше в сценарии не хватает страницы. Угу. Что будем объявлять? А давай так и объявим. Наш гость – квартет И. Итак, встречайте квартет И и полная импровизация. Значит, добренький всем вечерочек. Здрасте. Это Олег. Мы с Олегом очень любим, когда про искусство. Особенно, когда про юмор. Особенно Олег. Но мы иногда тоже что-то такое там придумываем там, ну, чтобы про юмор там, там ля-ля, фа-фа там, баловаемся. Особенно Олегу ночью. Ну, а сейчас мы хотим вам спеть песню. Ну, особенно Олег хочет, конечно.
про дружбу. Значит, там так, значит, музыка моя, да? Слова Олега. Ну, там есть одна моя строчка, вы поймете там. Олег, ты готов? Олег, готов. Про дружбу. Спокойно. Это интродукция такая. Понял, какое я слово знаю? Закипала в жилах кровь. Ты ушла, моя любовь, появился вдруг мой друг, зацвело вдруг все вокруг. Жизнь нелегка. Спасибо большое, спасибо, обождите, спасибо большое, значит, интим, особенно Олегу, не предлагать. Сейчас мы подойдем к первой импровизации, предлагаемой квартетом, и которая называется «Алфавит». Для того, чтобы провести эту импровизацию, мы приглашаем на эту сцену двух участников. Итак, смотрите, это «Алфавит». Участниками импровизации «Алфавит» являются Ростислав Хаид. Ваши аплодисменты. И маленький рояль, который мы спрятали в огромных кустах этой декорации, Александр Цикало. Итак, для того, чтобы провести эту импровизацию, мы должны придумать, собственно, конфликтную ситуацию, в которой будут участвовать Александр и Ростислав. Леш, в чем состоит эта импровизация? Значит, дело в том, что нужна нам ситуация конфликтная от зала. То есть это действительно импровизация, Миша. Вот, а потом мы ее начинаем разыгрывать с единственным условием. Каждая следующая реплика актера начинается со следующей буквы алфавита. Вот можем сейчас с вами разыграть это, например. А как у вас дела, Михаил? Было дело и были дела и лучше. Вчера было лучше, наверняка. Сегодня плохо. Сегодня плохо. Гораздо. Ну, приблизительно так, да? Сейчас мне нужно от зала только одно – выбрать эту конфликтную ситуацию. Ну, конфликтная ситуация не самая распространенная бывает. Там гаишник и водитель, экзамен. Что-нибудь еще, может быть, вы предложите? Муж и жена. А у вас это часто, да, бывает? Кастинг. Типичное украинское слово «кастинг». Так, кастинг. Так, еще есть какие-то ситуации? Доктор и пациент, я слышал. Так. Давайте действительно, Миша. Все-таки конфликтная ситуация. Ну что, доктор и пациент, доктор вам нравится? Доктор и пациент хорошие. Как вы считаете, или не очень? А Пенкин и Моисеев – это не конфликтная ситуация, вы поверьте. Просто может быть доктор и пациент, но с какими-нибудь дополнительными условиями. Спасибо, у меня два микрофона теперь. С дополнительными условиями. Например, Слава пытался излечиться от лысины у Саши, но это не получилось. И он пришел с претензиями к врачу, чтобы тот ему вернул деньги. Итак, мы играем с вами в импровизацию «Алфавит». Смысл конфликтной ситуации состоит в том, что Ростислав Хаид лечился от облысения. Я даже знаю слово на медицинском термине. Алопеция. А я хотел раньше произнести. Тебе это не знать, Слава. Ну и Александр – это доктор, который, собственно, и пытался излечить... блестящий. Я вот думаю, который пытался излечить Ростислава. Итак, я думаю, с чего начать. Олопеция или алопеция? Что он сейчас сказал? Ну, то, что Миша сказал, по латыни термин облысения – олопеция. Ты пациент. Олопеция – это здесь так звучит. Я врач. А на самом деле – алопеция. Угу. Пожалуйста. Начинаем. Алопеция у меня!
Больной, что ли? Видите, вы не вылечили меня. В чем дело? Я заплатил кучу денег. Голова дурная у вас. Денег море заплатил. Если бы. Жирный доктор. Накушался на мои деньги, да? А меня не вылечил. Зеркало видел? Ишь ты какой. Какой есть. Лысый я полностью, понимаешь? Лысый. Только на затылке немножко осталось. Быстро меня лечи. Мог бы быть волосатым. Не стал. По твоей вине. О как. Плохой доктор. Разве? Слабый. Тупой. Никакой. Ухищрения применял, но не помогли. Что это за буквы, скажи, пожалуйста? Лечи меня. Фу ты, лысый. Хрен тебе больше денег заплачу. Лечи за те, что раньше заплатил. Понял? Целый год на тебя угробил. Частые раньше были волосы, сейчас редкие. Что делать? Щи варить! Это я могу. Юридически ты не прав. Я? Импровизация алфавита Александр Цикало, Ростислав Хаи. Понимаете, это была только разминка, и мы переходим к следующей импровизации, которая называется «Согласный». Алексей, помогите мне. Значит, следующая импровизация, суть ее заключена вот в следующем. Значит, мы выберем сейчас две согласные. А, вот, пожалуйста, вот любые любимые ваши согласные. Д, хорошо, Д. Саша, идите сюда, пожалуйста. Вот у Саши будет буква Д, а у меня будет буква Х. Ха, хорошая, согласная, ха. Вот, и смотрите, все слова, которые начинаются с согласных, у меня будут начинаться на ха, а у Саши на д. Итак, поехали. Импровизация называется «Согласные». Нам нужна тема. Для того, чтобы поехать, нам нужно выбрать конфликтную тему. Давайте, пожалуйста. Повышение цен. Повышение цен, хорошая тема. А, конфликтная тема, значит, на двоих, между понимаете? Между кем разговор? Ну, между кем разговор? Между премьер-министром. И колхозников. Министр финансов тогда. Итак, вы, Александр, премьер-министр. Вы, Алексей, колхозник. У вас буква Х, у него буква Д. Итак, конфликт состоит в повышении цен. Импровизация согласная. Ваши аплодисменты. Премьер? Премьер. Колхозник. Премьер. Здравствуйте, дремьер. Здравствуйте, холхозник Хьёша. Дремьер, хлушайте. Худ хакое хело. Да-да. Хены. Хены хысокие. Да чему? Нормальные дены. Хиг его знает, хачему. Я знаю, нормальные. Хеник. Хе хватает. Дому. Хамбайнер хломался. И кто? Харплату хе хлатят. Дарплату? Харплату. Дарплату длатят. Хакая ухас харплата. Ухас у хремьера. У диня? Ухас. У диня дальшая. А очень... у хиня халенькая. Халенькая, халенькая. Даленькая? Я холый. Даленькая дарплата? Голый, как хакол. Если дарплата даленькая, да высим. Хич на хне? Это хазговор, хазговор. Да. Сколько? Да слушайте, долхозник. Ага. Да с долхозников очень долго дреходит. Дреходит и дреходит.
Дрихотят и дрихотят. И дросят и дросят. Перестаньте дросить. Я подниму хастание. Хастание холхозников. Хы ха хамбайнерах. Приедем ха Красную площадь. Такое надер достанье. Хиальное, хиальное. Холхозничное хастание. И хам, хам. Хала хеха хажется. А я дозову ДСБ. А, понял. Понял, да. Понял. И будешь сидеть в дерьме. В дюрьме. В дюрьме. А, в дюрьме. Дюрьма. В тюрьме. Дюрьма. Тюрьма. Это такое место, где дед олигархи. Ходорковский. Додорковский дуд не дричом. Холхозником хам хехеста. Не дроси. Ну и, наконец, еще одна импровизация, предложенная нам квартетом, и называется «Жанры». Сейчас мы вместе с вами отберем порядка 10, может быть, 12 жанров, общеизвестных жанров, в которых сейчас импровизационно будут работать ребята. И, собственно, тему для работы в этом жанре мы тоже подберем вместе с залом. Так я понимаю? Итак, давайте сначала вспомним жанры, которые существуют, а потом выберем тему. Итак, какие жанры существуют? Комедия. Какая комедия, да, вот, ребята? Может быть, грузинская комедия? Таджикская? Еврейская комедия? Ну, эстонская? Еврейской комедии не бывает. Эстонская комедия. Эстонская комедия? Драма. Эстонская комедия от эстонской трагедии, насколько мне известно, ничем не отличается. Греческая трагедия, нормально, по-моему. Греческая трагедия, записано. Эротика, друзья мои. Миша. Чем не жанр? А что это вдруг? Я смутно помню его. Но это жанр, поверьте мне. Эротика, нормально? Ну, поживей, давайте, что-нибудь еще. Ужас. Ужас. Отлично. Фильм ужасов. Фильм можно? Ужасов, да. Фильм конечно. Ужасов, отлично. Фантастика. Фантастика записана. Что вы сказали? Оперетта. Конечно, оперетта. Сказка. Сказка и боевик. Еще два жанра. Сказка и боевик. Так. Вестер. Отлично. А мюзикл, вы забыли? Мюзикл? Мюзикл, ну, мыльная опера, отлично. Сериал, даже назовем его так. Индийское кино, конечно. Индийское кино, достаточно. А почему Миша и Саша предлагают эротику все время, меня интересует это. Итак, дорогие друзья, я просто зачитаю вам жанры. Это эстонская комедия, драма, греческая трагедия, эротика, фильм ужасов, фантастика, оперетта. Театр Виктюка, ребята, записали тихонечко. Молодцы. Сказка, боевик, вестерн, мюзикл, сериал, индийское кино. Ну, давайте быстренько придумаем какую-нибудь ситуацию, в которой будут работать вот эти два импровизатора. Пожалуйста. Выборы Путина. Это не ситуация, поверьте. Должник и кредитор. По-моему, нормально, отлично. А эстонская комедия. Очень нужны деньги. Очень мне нужны деньги, которые вы 24 года назад у меня одолжили. Я смешная шутка. Я тоже 24 года смеялся. А теперь буду медленно убивать 24 года. А помните, когда я у вас заебал? Нет, не эти помню. Деньги? Так было смешно. А уже не смешно, потому что я не помню, как это было. Стоп, фантастика. Ну ты чешуйчатый хоббит, отдай деньги. Возьми. Это деньги Мортона.
Возьми мою золотую руку. И что мне делать с ней? Это мой долг. Ты пришел спасти этой рукой мир, юноша? И это и тоже. Я съем твою золотую руку, мальчик. Стоп, эротика. У меня это впервые. С кредиторами. Вообще-то у меня их много. Но чтобы так. А еще здесь. Отдай деньги, тварь. В такой минуты ты думаешь о деньгах. Возьми меня всего. Я твой. Не стоп! Там. Фильм ужасов. Что? Хочешь? Отдай мне деньги, а то я... Вообще-то это у меня сзади. Страшно? Ты съел мои деньги? Ты выпил мою кровь! Стоп! Греческая трагедия. О, боги! Зевс и Гера! О, боги! Верните мои деньги, отберите их у этого ясноокого мерзавца, что приплыл ко мне с Элинами былыми, которые забрали деньги и руно. Скажите, что не должен я сей долг отдать. Он должен, боги. Отправьте его в Авгины конюшни или к Минотавру пусть пойдет, но деньги пусть отдаст сперва. Да у боги. Он осел, о, Гера. Ты видишь, он осел. Ты зачем просто ему фавн? Стоп, вестерн. Так меня еще никто не называл. Барьеру. Стреляться будем. Я все равно убью тебя. Ты промажешь. Ты видишь, какие у меня ноги. Ты, может, и убьешь меня, но сначала отдашь мне мои деньги. Ты еще не видел мою лошадь, ковбой. А ты не видел седло моей лошади, мальчишка. Забудь о седле. Я заставлю тебя съесть твое седло. Стоп. Брось. А, сериал. Брось это. Скажи, Хосе, когда вернешь ты деньги? Мария говорила, деньги есть. Хочу открыть тебе секрет. Ты помнишь, ведь Мария мама наша. Постой, мы братья. Да, мы братья, и мама говорила, деньги есть. Отдай мне деньги, Хосе. Зачем нужны эти разговоры о деньгах? Я хочу выкупить из рабства своего мексиканского брата. Он умер. В рабстве? Пришла маленькая телеграмма. Скажи, Хосе, на что потратил ты деньги нашей семьи? Я... Стоп, театр взял Виктюка. Взял проститутку на ночь. Ну, перестань. Не надо. Перестань, не надо. Шалун. Верни мне деньги, а потом займемся этим. О, сколько должен я тебе, скажи? Ты должен мне любовь и деньги. А это тело, посмотри. Нет, тело хорошо, но деньги лучше. Последний жанр мюзикл. Ну, мы с тобой споем, или будем дальше так молчать? Дай, отдай мне деньги, или я начну тебя стрелять. Там, твою мать. Ну, я нисколько не могу тебе отдать. Ведь посмотри, мы с тобою, траля-ля, та-та-та, мать. С тобою мы стоим на сцене и поем. Отдай мне деньги, а не то сейчас убьем. Я буду долго отдавать тебе должок. Отдай должок, а то не то пойдешь, дружок. Александр Цыгало, Камиль Ларин, квартет И. Впервые членом нашего абсолютно юмористического клуба стала абсолютно серьезная
академическая организация. И это не просто академически серьезная организация. Это академический театр имени Вахтангова, друзья. У нас в гостях Алексей Завьялов и Павел Сафонов. Мы просим прощения за их русский, но таким языком они выражаются. Итак, встречайте, Алексей Завьялов и Павел Сафонов. Marcello, sei quanto le pittore centro? Meo grazie, camarada Giacuzzi! Marcello, sei stato bello di minasso di bianco! Che cos'è tutti le mara? Marcello, sei quanto tutto le percasse d'amore in piano! La partita, la quartiera è morta! E in quanto le vessino! E il buonasino! Marcello, sei quanto para Michele! Michele, Michele era putta! Posto. La grattura! Giacuzzi, sì. La grande Francesca, lì oh, bambina! Oh, Francesca! Marcello, sei quanto grandioso futbole! Futbole? Tutte le percasse del Milano Roma! In quanto tutto, belli quanto sì, li vitali di Tano! Sì, no, di quanto bestiato, di Roma, di quanto bellissimo, di tutto bello. Basta, Giacuzzi, è grande Milano. No, un grande Milano di bestiato di tutto, in tutto Roma. Entro di bestiato, di bello, besto, manto, è tutto bellissimo, è besto, entro di bestiato, poco, basta, entro si quanto li conto, e li piano, messino, mi dimando, bestiato, erto bello, e tutto posso di bestiato, mi canto, bestiato, mi sto collo, Maradona, gol! Diego Armando Maradona! Marcello, sei quanto bello Maradona? Ehi, Giacuzzi, le cose Maradona? La Maradona è grandiosa mafiosi. Sì, Maradona si perché hanno più solo futbole. Ehi, Giacuzzi, le costa la palla la cosa nostra. Sì, quanto bellissimo di quanto più solo. Le prosta la pirta. Oh, Giacuzzi, il corto, la murta. È tutta la punta, la pata. E chi non punterà? What's? Oh, well, well, what, what's? What's can I get you person to say, Ralph, how can you know romantic and so I can't say that I want to see him, but I'm like, what about a beetle girl, man? What a racket you took and all the thick and all, what's it? Did you make an array of wait, 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 wait. We never bowl bed, but we'll be in the bowl line. I don't care what you can all, the kid, a person, footballer, the person, the Murray, get your chicken all, the can, my friend. Dude, it's a season, the football, man, I'm a minister, it's the basketball, it's a bowl line. Oh, basketball, like a yeah, yeah, the basketball is the middle war, the funny season. The pseudo middle gear, Vinizzo, Rivero, Rowdy, Michael Jordan, Harry Ball, NBA action, it's fantastic! Shut up, only can in basketball, it's a junior red face, you can wear the control person away. I don't control all final all in the Mavic 3. What am I about? What am I about? What am I about? Wait, 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 oops. I took another fucking day to see many chicken no better to the better soon no matter. What can all the friends say to you? Hi. Ah. Okay. But I wanna well okay. Okay. Meint sie nicht, wir könnten nur das haben, dass die Schlosser trotzdem die Kühren, dass sie es haben, die sind Franzen, die sind. Ja, 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 die Schlosser, die Zutaten, die meine Kaserne, ja. Die Sulebon. Sie machen sie Schlosser, sie absolut anders, als die Schlösser, die absolut Franzen. Ja, die Schlosser, die Gulen, die Männer, und die Damen, die sie waren in Frieden, in die absolut konzentrabel, die Schlösser. Ja, die punktualischen Fiskulturen. Die punktualischen Fiskulturen, ja, die Weine, zwei, nicht eine, los, Sultama. Sie waren zu Schlosser, die eine Kasero. In Sabini Frier. Das ist strategische Footballen. Plan. Plan. In sie graben die Finis, die Zahne, die Sies, und sie schlossen. Die russische Zahne. In uns in Zahne, die Finis, die Zahne, die Sies, ins Konzentrabe, die Sies. Ja, die schlossen Attacken. In die Trabe, die die Säule steigt. Ja, die Luftwaffen, die Säule. Die Luftwaffen, sie brachen die Schlossen. Ja, die Schlossen. Wie, boah. Boom, ist Gold. Ja, ja, ja. Ja, sie schlossen. Goal in Schwaben. Bier. 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 Musik. Musik. Eins, zwing, drin. Eins, zwing, drin. In das ist Schlossen Abendstück. Eins, zwing, drin. Ich habe ein Stück in Glück zurück.
Eins, zwei, drei. Und wollen Sie machen Dramenstick? Eins, zwei, drei. Ich hab noch Stick, ich kenn Stick. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Алексей Завьялов и Павел Сафонов. Как сказал Александр Сергеевич Пушкин, все мы вышли из гоголевской шинели. Это не Пушкин сказал, Миша. Неважно. Главное, что вышли. Так и почти все юмористы в нашей стране вышли из КВН. Ну не все. Не все вышли, некоторых выгнали. Так вот, на нашей сцене, поверьте мне, действительно уникальное явление. Это театр КВН ДГУ. В летнем парке зима. Мерзнет гипсовый кирас. На пивбаре замок. Только люди идут. Что там у тебя? Их. Что их мучает? Выбор. А кто им может помочь? Что, тот лебедь в пруду? Послезавтра решаются судьбы России. Все, последние выборы. В этом году у меня два костюма. Болгарский и синий. Так в каком же из них я туда не пойду? Нырять. Из природных явлений я завидую эху. 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 Оно здесь, но и там. 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 Оно там, но и здесь. 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 У меня две ментальности. Ехать, не ехать. 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 Или, как вариант, а не пошли бы вы все? А бедный лебедь на пруду спрокачает павшую еду и на беду имеет всех в своем пруду. С бычком примерзшим к животу он нужен этому пруду. Катманду. Где?
Но кем он будет в Катманду? Я сварила два супа. Харчо и рассольник. Постелила две койки. Лежу и курю. У меня два мужчины. Грузин и полковник. Где ж ты, бабское счастье? В какой из кастрюль? А синий лебедь на пруду не тратит жизнь на ерунду. И всех имеет он в виду. Уже на льду. Не нужен лебедю грузин. Ведь он один, совсем один. Челюскин эдакый, горбатый. Среди льдин. Для чего я живу на земле этой грешной? Как пробиться к душе через толщу пальто? У меня есть два бога: Христос и Малежик. Но один из них ложный. Кто же, Господи, кто? А белый, но уже по другим причинам. Лебедь на пруду всю отморозил красоту, но не сдается и имеет всех в виду. Как знак вопроса над водой плывет, мечтая, что весной. Ах, если б знал он наш припев очередной. Выбор ходит за нами, как за дилером киллер. Разрываемся мы, ну, буквально во всем. Да, вот, например, есть у нас две страны. Украина с Россией. Две сиамских сестры в одной паре трусов. Бывший лебедь на пруду уже похож на какаду, и всех имеет он в виду. Уже в аду. Господа! Скончался лебедь. Ветеран? Герой пруда. Да. 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 Но! 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 Новый лебедь на пруду прочертит по бальморосту. Мы с изменившимся лицом придем к пруду и скажем здравствуй, дорогой. Совсем поехал. Какой другой? Ах, если б знать нам наш привет очередной. Сейчас мы хотели бы немножечко вас, дорогие зрители, сидящие в зале, немножечко вас взбодрить. Мы хотим провести небольшой конкурс, в котором будет победитель, который получит приз. Дело в том, что сейчас мы будем читать шутки, в общем-то. Шуток будет несколько. Одна из них будет правдивая. Вот именно ее вам и нужно угадать.
Депутаты Государственной Думы приняли вчера в первом чтении закон Божий. С поправкой, что Бога нет. Знаменитый музыкант Пол Маккартни ушел в мультипликацию. Сейчас он снимает мультфильм про забавную зверушку. Врачи говорят, что это белочка. Производственное объединение «Буран Аэро» приступило к выпуску устройства, снижающего вред от курения. Это вытяжной вентилятор, который устанавливается в противоположной части организма. И благодаря большой мощности вентилирует легкие. Московский облвоенком сообщил, что по достижении призывного возраста поп-звезда Децл будет проходить службу в краснознаменном ансамбле «Песни и пляски» в качестве танцора, так как у него лучше всего получается трясти дредами в присядку. И, наконец, последняя новость. Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ, согласно которому президентом Беларуси может стать любой гражданин Беларуси, имеющий опыт работы президентом не менее 3 лет. Теперь ваша очередь выбрать самую правдивую новость. Пожалуйста. Что? Все? Так. Про белочку говорят. Кто сказал про белочку? Вон девочка сказала вот девочка про белочку. Тоже про белочку. И тут девочка про белочку. Да. Подождите, у нас приз один. А может, какие-то другие варианты будут еще? Тань, я считаю, что все-таки мы должны быть справедливы. Девочка про белочку? Конечно. Которая? Действительно, Пол Маккартни приступил к выпуску нового мультипликационного фильма. Откуда знает эта девочка, это непонятно. Выходите к нам, пожалуйста, милости просим, ваши аплодисменты. Прокомментируйте, пожалуйста, эту новость. Ну, это более вероятно. Чем что? Чем все остальное. Блестящий ответ. Другого мы и не ожидали. Как вас зовут? Вика. Вика. От нашего клуба «Хорошие шутки» мы вручаем вам приз. Приз в клуб «Хорошие шутки». Вы знаете, это хорошая утка. Да. Потому что на самом деле все новости, которые вы прослушали, это и были утки на самом деле. И только одна правдивая заслуживает вот такого приза. Хорошая утка от клуба «Хорошие шутки». Идите за ней, девушка. Вас вернут потом. Спасибо. Так. Это что такое? Ребят. Ребята. А, ребят. А вы что тут делаете-то вообще, а? Вы кто? И кто вы такие? Это, ну вот это вот, мы вот это и на передачу к вам и пришли, вот это мы. На передачу. Ага. Ну а что чтобы... вы делать-то умеете? А все. Ну а вам дети нужны? Ну так знаете, это каждый дурак умеет делать. Правда, Миша? В каком смысле? Ну, в смысле, вы не поняли, мы дети лейтенанта Шмидта. А-а-а! В этом смысле? В этом смысле. Тогда тем более идите отсюда. Раз вы дети, уходите из бара и идите на сцену. Для начала. Дети лейтенанта Шмидта! Мы из Сибири родом, мы посланы народом. В команде нет уродов, зато красавцы есть. Мы юмор-гиганты, на веселе от воды. Искали вы таланты, вот таланты здесь. Веселые, поющие, да теряки не пьющие, слегка умалишенные, специально приглашенные. Вот, я же вам говорил, чем больше тянешь, тем громче хлопают, да? Ну, бегите, переодевайтесь. Значит, вы, товарищ, не робейте. Ага. Концертное телевидение, это, конечно, дело ответственное. Ага. Но в первую очередь это открытое общение интеллигенции с аппаратом. С каким? С опорно-двигательным.
правительством. А, вот. Да. А им надо закатить такого, знаете, фитилька. Фитилька вот такой. Для бодрости. Для бодрости. Помните, как один мальчик из толпы крикнул: «О, смотрите, а король-то голый, и королева тоже, чей-то не там делает». А что потом с мальчиком сделали? Ничего. Ну, это сказка. А у нас концерт, мы должны нести культуру в массу, понимаете? Нести, а не выносить. Папочка вот у вас. Не надо трогать руками. Это, между прочим, ручная работа, в отличие от вас. Ну что, что ж, ну ладно, прям обиделись, разобиделись, а? Знаете, что у нас в столице на обиженных возят? Воду? Это у вас в деревне воду, а у нас кока-колу, это столица. Ну, давайте, что у вас? Между прочим, актера может обидеть каждый. Да вы что? Это кто такое выдумал? Это не выдумал, это сказал великий китайский актер Брюс Ли. Но он вставал и говорил: актера может обидеть каждый. И тут все на него набрасывались, а он включал видеокамеру и снимал свои фильмы. Ну, помните «Удар дракона», «Пинок змея Горыныча», «Возвращение Будулая» на асфальт. Вот что. Вот что. Как говорил Чапаев, давайте договоримся на берегу. Вы поймите, для хорошего актера одного кривляния мало. Конечно, ему же еще деньги нужны. Так, что у нас дальше по программе? А дальше стихи о российском флаге. Вот, я давайте приготовил. Вот вы приготовили, да? Хорошо. Я достаю из широких штанин... Не-не-не-не-не-не-не, это наш ответ НАТО. Стихи вот с этой стороны, ага. Красный, белый, голубой, жизнь такая под тобой. Что значит такая? Ну, вы вообще знаете, что означают три полоски на российском флаге? Конечно, знаю. Голубое – это значит небо, красное – это выходные, а белое – это... Понятно, горячка. На самом деле, три полоски на российском флаге означают радугу. А вот, а почему полоски три? Потому что если бы было две полоски, они бы означали горячую и холодную воду. Вот что... Вот какое образование, товарищ? А, ну, я по первой специальности-то штукатур. А по второй... Хам. Приятно. Да, я художественный артист мускомедии. А как вы догадались, а? По вашей пластике. Так ходят актеры сибирских филармоний. Как так? Вот так. Вот так вот ходит громко, так шаркая, как будто лыжи все еще на них. Давайте-ка вот пригласили бы какую-нибудь, знаю, звезду молодую начинающую. Есть у вас? Есть, да? У нас звезда. Хорошо. Есть, конечно. Итак, дорогие друзья, встречайте лауреат фестиваля «Золотое горлышко планеты» Петка Разябко. Встречайте, пожалуйста. Ага. Фед, это, я так понимаю, Федор. Просто Фед. Просто Фед. Интересное имя. Тогда уж, наверное, Каразяб. Нет. Каразябка — это уже раскрученная фамилия. Пожалуйста, раскручивайте. Угу. Так, со мной. Сюда подойду. Здравствуйте. Ну вот, многие из вас знают меня, а многие, наверное, и не знают. Пусть пока я не собираю целые стадионы, зато я пою детские песни, такие как «Чунга-Чанга», например. Неудачный пример. Зато сегодня я спою вам взрослую песню, такую, как мы с вами. Я люблю вас. Я не вижу ваши руки. Не надо, не хлопайте, сейчас спою, потом посмотрим. Был мальчишка влюблен по уши, а девчонка чуть-чуть пониже, поменьше. Он ее целовал колени, песок, где она ходила. Федька! Федька, я люблю тебя! Федька! Я прусь тебя, Федя! Я отползаю от вокала! Давай
Кочума! Кочума, Карасев, загоняй меня в нирвану! Он цветы дарил дорогие! Стоп! Стоп, кумир! Добей меня танцем! Ты куда узнал-то? Менты позорные окружают. Это шутили. Что тут здесь такое? Пяточку, Эштеп! Ну-ка спрятался, как вож забился в угол и все, и сиди, чтобы я тебя не видел. Пяточку ему поймаешь. Здрасте. Распишитесь, пожалуйста. Большое спасибо. Пяточку, и сиди мне тут не отсвечивай, пяточку. Давай-ка чумай в одиночку. Давал ей читать Евтушенко. Петька! Петька, ты же не жмот! Петька, оставь мне что-нибудь на память. Мне лошарику, пожалуйста. Вот это да. Лишь бы не зазнаться. Не боись, все под контролем. Федя, вот этого побольше туда. Не трогай моё! Федька, ты что же сделаешь-то со мной? Капец, я сейчас погибну. Ну? Здесь Федькины инициалы. И твердый знак. Федька, ты не жмот, ты человечище. Ну давай, штаны снимай, трусы. Чё там у тебя? Теперь правая сторона. А когда хулиганы лезли, а теперь левая. Он не лез, он стоял спокойно. А теперь все вместе. А все закончилось очень трагично. А прямо... Многоуважаемый фанат. Здесь я, Федя. Многоуважаемые фанаты. Нельзя ли потише? Чего? Между прочим, певцу мешаете. Ну, все, тихо тут, тихо. Все. Кто там на балконе сандаликами шуршит? Ого, Федька. Их там до полна, я не справлюсь, давай вдвоем кочумать. Очень трагично. Прям на свадьбе мальчишка умер. Я не вижу ваши руки. Вот она, сюда, смотри, Федя, вот. Он узнал, что квартира пошла, девчонки. С цунами. А только снималась. Я люблю вас. Ова, сам проговорился, люби меня, Федя. Ладно, облегчу тебе задачу. Федор, не тушуйся. Чунга-чангу давай. Чунга-чанга. Чунга-чанга, места лучше нет. А лучше не надо. Надо, Федя, надо. Спасибо большое, для вас пел... Федя пел. Нет. Федя пел. Что вы тут устроили? Федя, я не знаю. Пел. Для вас пел Пет Карасев. Федя пел. Федя пел! Федя пел! Федя пел! Спасибо, Федор! Федя пел! Федя пел! Федя пел! Федя пел! Федя пел! Ой, слушай, Федя пел! Федор, спасибо! Идите за кулисы! Федя пел!
Спасибо, Федор, идите. Да что ж такое-то? Федор, идите за кулисы. Скотч! Да. Спасибо, Федор, идите за кулисы. А вы, уважаемые цунами, идите к служебному входу. И ваш кумир даст вам автограф. Вам кумир. Феденька, сделай мне ребеночка. Стой! Стой, Федя! Федя, стоять! Ну как? А тему-то как ведет? А, с такой темой даже бы Данилка бы не справился. Да. Да. Вы с Данилкой знакомы. Ну, не в физическом смысле, а как воздушно-образ на экране, да. Кто это вас так научил витиевато изъясняться, а? Омский институт культуры. Да. И что же у вас было по такому предмету, как сморкание скатерть? Ничего. Ой, опять обиделись, а? Вы постоянно меня обижаете. Да. Обидеть актера может каждый. А вы что, актер? Вы опять меня обидели. Слушайте, вы какие-нибудь хотя бы культурные заведения посещаете? Нет, дорого. Я дома пью. Что ж такое? Вы хотя бы вы Казанова читали? Нет, Казанова я не читал. А что вы читали? Я Буратино читал. Так вот, Буратино – это тот же самый Казанова, только кверх ногами, понимаете? Понимаю. Вот. А вот эти вот строчки вам знакомы, да? Одеяло улетело, улетела простыня, вот это, да? И подушка, как лягушка, да, скакала. Да, конечно, да. Знакомы. Так описывает свое состояние после принятия ЛСД Корней Иванович Чуковский. Зачем я опять втянулся с вами в беседу? Так, с кругозором понятно. Давайте, зовите ваших всех, трупу, полутрупу. Ребята, идите сюда. Давайте всех. Господи. Давайте-ка. Вот все здесь. Да. Смотрю я на вас, и мне вспоминаются слова знаменитой чеховской чайки. Эти, да. Клюв заварите. Другие, в человеке все должно быть прекрасно. Давайте-ка еще раз. Все с самого начала и побольше про телевидение. Давай. Раз. А, вот, давай. Не мороз, сиротечку, и особенно коня. Ой, полна коробочка черепная у меня. Ой, полна коробочка черепная у меня. Сяду в креслице, щелкну кнопочкой, по стране галиматья. Ой, полна проблем коробочка телевизионная. Эй! Ой, полна проблем коробочка телевизионная. У меня жена ревнивая, а любовница в войне. Не мороз меня игривого, не нужны проблемы мне. Дети лейтенанта Шмидта! Фу! Боже мой! Кто приехал? Боже мой, кто к нам пришел, долгожданный? Кто к нам пришел? Кто к нам пришел? Миша, ну что ты? Ты что, не узнал? Таких людей надо знать. Это же Вячеслав Малежик. Здравствуйте! Здравствуйте, Михаил! Михаил, это вы? Это я, Михаил. Очень приятно. Меня зовут, можно сказать, по-разному, на выбор. Полное имя Геннадий, коротко просто гений. Странное имя для Вячеслава, да? Да. Ты очнись, пожалуйста, это артист Геннадий Ветров. Спасибо. Прекрасно, дорогие друзья. Они малежи. Сегодня у нас в гостях почетный гость, артист Геннадий Ветрович Анималежик. Миша. Прошу вас. Спасибо большое. Дорогие друзья, мне очень приятно выступать в сегодняшней программе, не скрою, мне приятно было слышать, как представили меня наши замечательные ведущие Ангелина Вовк и Владимир Меньшов. Но если серьезно, без шуток, мне действительно приятно, как меня представили Татьяна и Михаил. Вот что значит предварительно дать коллегам по $50.
Итак, калаш из шлягеров разных лет. Эти шлягеры в разное время пели супермужчины. Представьте, что сегодня эти шлягеры, они поют для вас, милые дамы. Ретро-шлягер. Telefono forato fuori, chiuso e parto piano. Con la voce con voi, è figo pieno a voi. Un calcio a TV, solo io, solo tu. Сердце, тебе не хочется покоя. Утесом, не челентано. Сердце, как хорошо на свете жить. I love you, люди, честное слово. Сердце, как хорошо, что мы все вместе собрались здесь, в этом зале. И Татьяна, и Михаил рядом. А где аплодисменты, что такое? I say don't exist. Вам буква же взисты, вы узнали? Эдуард Хиль. Кому? Вода простая вода, а сколько радости! А потому что из Днепра. Я к каждому подойду, повезло тем, кто сидит на первых рядах. Как вам завидует балкон! Ой. Девушка, я вас не забрызгал, вы не обиделись, нет? Будьте добры, ведро воды еще сюда на первых. Скажите, приезжал Ветров, были спецэффекты. Feelings. Про Филина песня. Nothing was in feelings. Trying to forget my feelings of love. Ну повезло просто. Классная серия. Oh yeah. Feelings. Бояться не надо, солдат ребенок не обид. Feelings означает чувство. Почувствуйте, какая у нас с вами сегодня атмосфера. Геннадий Ветров. Видишь, Миша, учился человек на вентиляторщика, а стал артистом. А ты вот нигде не училась, Тань. И Миша, стала ведущей. Хватит уже, Миша, меня попрекать тем, что у меня нет высшего образования. Между прочим, можно и обезьяну научить быть артистом. Я не это хотела сказать. Ты не о Геннадии сейчас? Нет, не о Геннадии. А о ком? А о театре «Ученая обезьяна». Это подводка такая была. А, ну тогда слава богу. Итак, друзья, встречайте театр «Ученая обезьяна». Соло на клизмах. Александр Жигалкин, партия баяна, Иван Заматаев. Thank you.
Чайковской. Нас зовут Саша. Мы пробуем себя в жанре иллюзионизма. Сейчас мы покажем вам смертельный номер. Оп! Берем бутылку настоящей водки, открываем, наливаем в стакан и с легкостью превращаем эту водку в обыкновенную воду. Оп, прошу. Оп, усложняем номер. Берем бутылку настоящей водки, наливаем почти полный стакан и с легкостью превращаем эту водку в обыкновенную воду. Прошу. Оп, усложняем номер. Берем бутылку коньяка, открываем, наливаем в стакан и с легкостью превращаем этот коньяк в обыкновенный чай. Оп, прошу. Оп, усложняем номер. Берем бутылку водки, наливаем стакан. Берем бутылку коньяка, добавляем. И с легкостью превращаем эту горячую смесь в обыкновенный компот. Оп, прошу.
Эрик, оп! 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 Эрик, оп! Эрик, оп! Эрик, оп! 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 Эрик, оп! 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 Эрик, оп! 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 Эрик, оп! Действительно, сейчас вот вспоминаешь классику, как там сказано было, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги точать пирожник. Пирожник, то тогда и получается юмор. Так вот, на сцене еще один коллектив, который занимается явно не своим делом. Встречайте, студия «Квартал 95». Смешно, хорошо. Что хорошего, я не понял. Да. Что тебе не подходит сейчас? Что не подходит? Это ерундой занимается, да? Смеюсь. Да. Понимаешь, у меня проблема между прочим. Какая у тебя какая проблема? Какая? Ты понимаешь, 28 лет, опять в армию вызывают. Вот. Сань, ты как маленький. Ты что, от армии не можешь отмазать? Да не могу, опять на медкомиссию военкомат. Ну хорошо, представь, показывай. Значит, репетируем. Я врач. Что? Так, я врач. Ты приходишь, давай. К тебе. Да, да. Следующий. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Здравствуйте. Снимайте штаны. В смысле? В смысле, вот так, снимите штаны, и все, как смысл тут? Доктор, я не могу. Что вы не можете? Снимайте, снимайте. Не могу я снять штаны. Пожалуйста, человек хочет от армии отмазаться, а снять штаны не может. Снимайте, я вам говорю. Снимайте, что у вас там? У меня там трико. Нет, милочка, так не пойдет. Одно ко придется удалить. Я вам покажу. Ты что же сказал? А что я сказал? Какое ко? Да какое, господи, шутка и все, что... Да, давай, давай, что, быстрее. По сценарию смотри, да какой сценарий, ко? Какой сценарий, Юра, я тебя прошу, успокой, взрослые что, люди. Что все, за давай. Самодеятельность, Юр, слушай, вот честно, хочешь от души? Что от души? От души, да, да, хочу Юр, от души. Да пошел ты... Ну, сам знаешь куда. Туда. Ну? Ладно. Ладно. Я пойду. Я пойду. А в это место, куда у нас обычно в стране принято посылать, Юра попал за одно мгновение. Итак, представьте, где-то, ну, сами знаете где. Давай еще раз. О, Юзик, привет. Привет. А тебя за что послали? Да ходил по улице с плакатом. С плакатом? С каким-то? А вот. А, ну понятно, что ты. Куда, куда, куда? Что такое? Нет, ну нормально. Остановил человека просто проверить документы. За последние 15 минут четвертый раз здесь. Да, кстати, сейчас мой напарник подтянется, и с ним вся наша милиция. А у нас местные новости. Вчера мэр столицы подписал указ о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Итак, встречайте, мэр столицы! Салют! Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Виделись! Новенький? Хорошо. Здравствуйте, я представитель канадской фирмы, и сегодня вам крупно повезло! Да пошел ты!
И снова здравствуйте! Я представитель канадской фирмы! Хорошо пожал, а? Юный орел! Хоп-хоп-хоп! Юный орел! Я иду... Поплавский! А куда он? А у него здесь офис! А. Зарплату! Зарплату! Эй, да подожди, товарищ, успокойтесь! Успокойтесь, товарищ! Что? Вы что, не понимаете, место не резиновое? Куда? Так мы это, по направлению. Дайте направлению. Товарищи, здесь же четко написано. Вам не на, вам вы. Это в этом же здании, с другой стороны. Все, удачи, товарищ. Зарплату! А, красавец! А, такая вот. Мужики, так я хотел спросить вас. По-моему, замечательно он ходит, да? Вот показал это, Юра, вообще. Я хотел спросить, да, да. Что вы? А чё Киркоров тут ходит, а? А у него тур по Украине. Да. А это кто? Это ведущие хороших шуток. Да? А почему они не здесь, не с нами? Ну, дело в том, что это первая программа, они скоро подтянутся. Ага, понятно, ясно. Да. Мужички, так да. Я же хотел спросить, да, так что, вы вот все время здесь? Так нет, сказать? Ну, обычно мы, конечно же, здесь. Да. Обычно, но раз в год, раз, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню! Вот лучше в баню. Да, потому что нам там нравится. И вообще, делайте только то, что вам нравится. Мне нравится, что можно быть смешным. Мне нравится на сцене отрываться. Мне нравится, что можно быть большим. Ну должен же ты, Юрочка, чем-то выделяться. Это точно. Мне нравится с девчонками дружить. А я предпочитаю с мужиками. Всё. Люблю я по-мужски поговорить. А да-да. Слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится про тещу анекдот с нормально понятными словами. Нам нравится, когда газопровод пошел до голубыми небесами. Человек. Ну как можно два часа не улыбаться? Нам нравится наш 21 век. Хотя с 20-м жалко расставаться. Точно! Нам нравится, что 40 лет шутя, находчивые самые на свете, хохлы, армяне, даже москали, на самой независимой планете. Спасибо вам и сердцем, и рукой за город с золотыми куполами, за этот зал, за то, что я здесь свой, за чайку над днепровскими волнами, за встречи на Хрещатике весной, за город с обалденными тортами. За то, что, зритель, ты болеешь мной, а мы немножечко болеем вами. Спасибо! Спасибо! Студия «Квартал 95»! Дорогие друзья, ну а в следующем номере нашей программы примут участие все телезрители. Для того, чтобы участвовать в этом номере, вам нужно взять пульт, подойти поближе к телевизору и выключить его. И начать считать. Раз, два, три, четыре, пять. На счете 18 475 875. Нажимайте кнопку на пульте, и мы снова с вами увидимся, дорогие друзья. В клубе «Хорошие шутки». До скорой встречи!